Ребятки, всем привет, с вами Александр, Rush Calls Game, и у нас тут разборка травоядных, да, это у нас последний бой в турнирчике, сейчас, в общем-то, мы тут разберемся, кто из любителей травушки, муравушки, в общем-то, круче всех, да, нам дадут приз, и потом пойдем сражаться в турниры с усилениями. Так, ну на самом деле давайте вот так вот сделаем. Та-дам! 3 стегоцератопса против нас. 22, 24, 26. Это у нас турнир, где нужно было обязательно брать хотя бы одного травоядного. Но мы здесь, в общем-то, легко можем распетлять любым количеством травоядных. Да, хотя бы даже и птерозаврами можно здесь распетлять. Противники не особо сильные. Так, красноглазый бык потратил все свои баллы. Наш броневичок пошел отдыхать. И теперь два дымагера у нас здесь. Ну, тут вообще как бы... изикатка. Горбатый Дейна Хейру. Ну и супер удар от Иоламбии, от вашей любимой Иоламбии. Замбаламбии. Да, а турнир на гигантского Артакона у нас оказывается только для VIP. На этих выходных только VIP может посражаться в турнире. Но у меня VIP-а сейчас нет. О, ну прикольно, Димитродончика нам дали. Довольно легкий был турнир. Можно было справиться обычными легендарными динозаврами. Так, вот такие вот дела. И у нас теперь есть вот бой с усилениями и есть белая мгла. Ну, пойдем давайте-ка мы вот сюда разминаться. Так. Амфибики, амфибики, амфибики. Ну, тут надо взять, мне что-то кажется, взять просто три хищника взять, вот, чтобы было так поинтереснее. Так, среди усилений я, пожалуй, возьму только щит. Хищники, атака. Ну, распетляем, распетляем. Хышничками. Так, ну вот так вот, допустим. Так, мегалозавр, принимай удар на себя. Так, микропрозаврик. Пока что микропроцессор у нас отдыхает. Что-то он вообще обленился. Простой. Раскрытие видеокарты не произошло. Три. Ну, пробил как раз. Повезло. Раз, два, три, раз, ну вот так. Так, ну это сейчас должна подмениться. Антарктопельта. Три, ну не пробьет. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте пробуем. Отлично. Прям идеально все. На все шесть. Молодчинка. Так, ну и теперь Гаргазавр. Прародитель Гаргазуха.
Так, отлично. Распетляли. Так, любое животное X2. Не понял. А почему любое животное X2? А если я возьму 3, то мне что скажет? Не, дорогой, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Да, в общем-то, странно. То есть можно было взять и троих. Очень как-то странно стояло условие. Так. Ну давай, подождем. Немножко подождем. Не захотела атаковать. Странно, это странно. Ну давайте так. Еще посидим. Вот так давайте сделаем. Ха, пробили. Так, ну и что сделает микропозавр? Проатакует на 6 баллов? На 5 баллов? У него 7. На 5. 2 балла осталось, но это его вообще никак не спасет. У нас есть великий расчленитель. Такие-то коготки, смотрите, гигантские. Как у гигантского ленивца. Готово, и любое животное X1. Почему X1? То есть я могу взять одного, а могу взять и троих. Очень забавные условия. Давайте птерозаврами заклюем. Ну вот такими даже, не суперсильными. Давайте попробуем. Нашествие птицы и убийцы. Был такой старый фильм. Обломись. Вот это поворот, да? Не ожидал Антарктопельта, что Тупуксуара будет так долго защищаться. И еще раз обломись. Ну, на самом деле, я мог бы еще раз 3 балла поставить. Ну. Так. Вот мне интересно. Если я сейчас вот на 8, на 7 проатакую. Раз, два, три, четыре, пять. Тю. Блин, я пробил. Казалось бы, да? Несчастных там удар там 200-300, а если ударить на 8, то и 3800. Вот этот поворот. Ну, да, вообще капец. Одного принесли в жертву, и, смотрите, какие зубы. Да. Хвост и зубы, значит, примитивный птерозавр. И у нас набор Океания. 500 генов и кулазух. И у нас сколько таких наборов? 3 или 5? Еще кулазух. Микропозавр легендарный. О, вот это нормалек. Можно его продать за тысячоночку генов. О, 5 наборов. Вообще прекрасно, ребята. Третий кулазух. Ну и тогда пятый набор у нас какой?
4 колозуха и 1 микропозавр. Прикольно. 5 амфибий и одна из них легендарная. Стоять, это что, 6-й набор или я неправильно считаю? Еще колозух. А прикиньте, заглючило у нас бесконечное количество. Но, увы. Увы и ах. Здесь у нас что? Ну, нет, здесь обычно совсем не интересно, ребятки. Вот такие вот у нас, в общем-то, были дела. Вот красивенький наборчик есть. Красивые картиночки у нас тут. Мастодонзавр, да, и вот этот вот турнир, красиво нарисованный, гигантский артакон, ну, только для випа, да. Ну, и кайнозойский гибрид, мегистотель, ребятки, кто его уже себе создал, ставьте лайкос под этим видео. Я, кстати, еще у себя его даже не сделал. Так, давайте заглянем вот сюда, кстати. Ну, не появилось. Посмотрите, а почему у меня 202 существа из 204? То есть, ну, один из них это мегистотерий. Новые релизы заблокированные. Ну, вот, да. Ну, в смысле, мегистокурус. Какого я не создал. А, ну, у нас, вы видите, у нас здесь как бы было 202 из 204. Но. Ну вы поняли, как она. А ну-ка, вернись обратно. Виды 132 и 133. Ну так, вот по этому показателю получается, что у меня не хватает. А, то есть одного не хватает среди динозавров, которого мы не знаем. А вот, если мы сейчас включим кайнозойские, вот, вот, мне не хватает одного кайнозойского, мы знаем, это мегистокурус. Но получается, не хватает у меня еще и одного обыкновенного, то есть нам введут, ребятки, какого-то одного нового динозавра. И это будет, ну, может быть, это и гибрид, но это будет вот такой вот парень. А ну-ка, тут гибрид, давайте посмотрим. Во, и это вот гибрид, ребят, смотрите, как можно вычислить, да? У нас будет новый гибрид среди обычных сухопутных динозавров. Это не птерозавр, не амфибия, точнее, это может быть птерозавр. Кстати, давайте гибрид. Птерозавр нет, хищники нет, травоядные нет, амфибии. Подождите, я же диплотозуха создал. Вот, у меня есть диплотозух. У нас, ребятки, появится новая амфибия скоро. Вот это поворот. Новая амфибия. Это будет амфибия гибрид. Вот это прикольная штука, да? Вот это мы вычислили с вами. Ха-ха! Ребятки, кому понравилось наше детективное расследование, не забудьте поставить лайк под этим видео. И напишите свои предположения, может где-то уже что-то говорилось, я еще не слышал. Какая это будет амфибия? Тьфу, ребята, это же диплотатора у меня уже не стало. Вот оно что. Я-то думал. Но вы все равно поставьте лайк. Детективное расследование было прикольное. Мы все-таки его решили. Это недостающий диплотатор. Которого я потратил на создание диплотозуха. Точнее, диплозуха. А на этом все. До скорых встреч.